Так, ну что ж, всем привет, с вами снова Dark Space 196, и это мое хардкорное прохождение игры Resident Evil 4. Да, что-то немножко не так, это ладно. Какая разница, в общем-то. Хотелось, так сказать, жестко сказать. Ладно. Wait. Так, стой, Эшли. А что, я сбивал личность, не знаю, что-то. Так, надо собрать будет все, что здесь осталось после нашей тяжелой битвы. Сколько гранат осталось, конечно. Надеюсь, влезет, в общем-то, все. Они нам понадобятся. Да, мой, да, Эшли? Потому что придется еще долго проходить игру. Это только что середина, может быть, игры было. Да еще какой сложный момент по-своему был-то. Но по-своему интересно, мне понравилось. Да и в общем-то не серьезно, ты его по-своему очень нравится даже. Когда вот я сыграл, помню, какую часть-то. Первую, наверное, сыграл в пятую часть. Черт, Эшли, зря тебя, да, оставил. Что-то не зря упрыгнул. Первую самую пятую часть сыграл. Мне по-своему пятая часть понравилась, хотя. Я вообще просто про хоррор, не знаю, не очень-то увлекался ими. Сыграл вот сначала в эту. Фер. По-своему очень сильно пугало проект Персей. Так, а что я шли? А, стой, пошли. Follow me. Потом первую, вторую, там третью. Все меньше и меньше пугал. Dead Space вот играл. Самому любимый хоррор, наверное. Один из любимых. Вот Resident Evil стал играть, в общем-то, серию. Сумма очень понравилась. Пятая понравилась, но это не хоррор был. Понравилась четвертая, вот, которая прошел, наверное, уже. Третий раз или. А, понравилась. Так, ладно, читаем записку, потом скажу. Думаю. Две дороги, в общем-то. Совсем недавно лорд Садлер сообщил, что наши люди сбили американские военные вертолеты, значит, все-таки они сбили. Теперь не должно быть никакого внешнего вмешательства. До тех пор, пока американское правительство не обнаружит, кто же предатель, они не осмелятся. Да что ты, на серьезные операции. Мы должны воспользоваться этим преимуществом во времени и вернуть девчонку. Есть лишь два пути, по которым американцы могут уйти отсюда. Здесь мы и должны остановить их. Нужно максимально использовать наши силы. Одну дорогу будет перекрывать большая группа Ганада, другая будет находиться под охраной Эль-Гиганта. Сбегут от нас. Ой, мы можем быть абсолютно уверены, что они не сбегут от нас. Какой бы дорогу ни выбрал агент, он не выберется отсюда живым. По крайней мере, он не уйдет отсюда с девчонкой. Ну это, конечно, они самоуверенные слишком. Мы отсюда все равно уйдем. Хоть они как не пытались бы это нам помешать сделать. Но мы так, ладно. Так, ну ты можешь другого чем-нибудь купить получится. Хотя что, надо продать ему сначала что-нибудь. Ну, например, элегантную маску, я не буду собирать камни. Мне это уже попросту надоело. Так, больше нечего продавать. Я аптечку, конечно, купить бы надо. Мне так их нет вообще. Черт, не то. Ну и не знаю, чем прокачать, может пробовать, посмотрим. Так, ну я думаю, винтовку прокачу. Количество патронов. Ну так, ну не знаю, как мне там все-таки думал убирать. Одну конечно, простигает гиганты, но я всегда гиганты не любил. Он неприятный типчик. Еще какой бешеный слишком при этом. Я уж ним не буду сталкиваться нахрен, мне нужно. Поэтому на хардкоре. Мне просто один путь буду убирать, не знаю. Сокровищ, конечно, там много может быть, но я не буду из сокровищ буду дойти, в общем-то. Лучше, конечно, через топа Ганадос этих. Они более тупые, чем гиганты. Точнее, больше урона, меньше урона носят. Их можно хотя бы, не знаю, справиться с ними много легче. Для меня. Так, а вот ты... А вот что надо было все-таки на разбить пробовать. Так, Эшли, надо тебя бы спрятать, конечно. Давай, Эшли, прячься, прячься быстрее, быстрее, быстрее. И сиди там, смирно. А я пока разберусь с этими типчиками. Я пока с типчиками справлюсь, с неприятными типчиками. О, здрасте, так, иди сюда, иди-ка сюда. С ножичком здесь нас.
хочешь порезать, да? Поэтому уворачивайся. И получай-ка спинок. Так, ты ножик уронил, слава богу. Никого не ранишь, может, я тут себе еще ранил вдруг. О, черт! Плагас. О, нет. Я тебя лучше гранатку потрачу. Не хочу с тобой сталкиваться нахрен. Себе дороже. Так, здесь у нас, по-моему, еще какой-то типчик. Типчик есть. Кто размахивает своими граблями. А ну хватит размахивать своими граблями-то. Ты тоже сказал не размахивать граблями своими. Все говорили. Так, что ж делаешь? Да блин, лежи ты. Да лежи ты, что ли. Только всю пласт-плагас не вылезай. Мне с ней встречаться неохота. Она не очень приятная, пласт-плагас. Мерзкая, при этом неприятная. Кусается, зараза. Так, ладно, продолжаем, в общем-то. Так, о, она здесь еще встречает пласт-плагасы. А может не пласт-плагасы. А тебе кажется, что пласт-плагасы. Фу, слава богу, хотя бы завтра-то... Чё я говорю? О, чёрт! О-о-о-о! Ты откуда взялся-то? Я тебя вообще нифига не видел. Ну ты даёшь. Там тот чё есть, да? О, бей нас, Лагас! Лас-Плагас, извини. Не заметил. Так, может, ну, посмотри там. Может и так, я не хочу патрон дробовика тратить на этого гада. Ну, во-первых, потому что сейчас будут две бензопильщицы, которые очень опасны, и дробовиком лучше гасить. Две сальвадорихи, или как это назвать можно? Митис! Ай, Митис! Ух ты! Какого хрена? Так, сзади никого нету. Так. Ну давайте что. Надеюсь, сзади никого не будет. Потому что такого не должно быть, вообще-то. Так, вот теперь вас слишком много. Придется потратить. Да, быстрей. Да, дух ты. Блин, патроны кончились. Какая-то мерзкая тварь. А блин, что это мажу всегда? Блин, ну не ходи ко мне только. Нет, всем ванизмом не меня не вей. Не вей. Тошнит уже этого вида. Неприятная какая-то, мерзкая такая. Так, ладно. Хотя бы трава есть, у меня птичку хотя бы слабо не потратил. Так, мне надо спрыгнуть. Тихонечко и взять. Все же здесь находится. А может мне в другом месте появиться? Так, я могу... А, хотя не могу здесь пройти его. Что... Том лестницу придется сбивать. Вот плохо дело. Не хочу ее сбивать. Снова поднимать. Черт, что-то они там спустились, мне кажется. Ой-ой-ой, тихо, давай. Здрасте, извините. Ой-ой-ой, тихо. Я сейчас гранаты буду тратить. Так. Ой,
Ой, кто там? Черт, мне вираться не оборачиваться неохота. Так, мне надо гранаты быстрее тратить. Неохота оборачиваться. Че, все что ли? Ой, блин. Нет, меня не нервирует попросту. Ой, иди на еще одна жива, скотина. Ой, блин. Да блин, давай! Сдохла, что ли, нет? Ой, гадюнышка какая-то. Фу, хотя бы сдохла. Фу, черт. Ладно, пусть и патрон потрачу, но аптечки все целы. И ключ у нас хотя бы. Ладно, потом наживу с этими патронами. Черт, хотя бы старался с этими чертами запищицами. Получилось не очень гладко, но ладно. Если все соберем, в общем-то, и найдем тут много патронов. Так. Так, а вот лестницу поднять надо. А то бы Эшли. Хотя со мной придется Эшли ловить, так что ладно. К, не знаю, торговцу вернуться, может быть. Стоит. Так, ладно, используем ключ. Дверь открыта, в общем-то. Так. Пока Эшли там оставлю. Здесь нас пока еще полно очень. Неприятных типчиков будет. Я с ними, думаю, сначала сам справлюсь, потом же. Я буду звать. Так, там внизу у нас что-то есть, наверное, все-таки. Все-таки. Должно быть. Вот что за невезучий день. Патрон на пистолету. А? Что-нибудь полезное когда-нибудь будет. Так, мне туда не пролезть. Граната хорошо, конечно, но... Почему можно было хотя бы дать патроны, не знаю. К дробовику хотя бы или ТМП. Может быть здесь есть что-нибудь полезное. Что-то вроде этого. Слепящие гранаты. И красный камень, который я могу продать хотя. Мою хотя можно вернуться к торговцу попробовать. У него купить патронов. Так патронов, хотя патронов-то его купить нельзя точно. Это не уже не Resident Evil 5. Там патроны купить можно, а вот здесь нельзя. По-моему-то. Так, а вот... Черт, что-то показалось. Ай, что же делать? Пистолет тут так патронок снайперки. Я все на них истратил. Придется так разбираться. Давайте, что ли? Идите сюда всекать. Я от вас буду бегать, это столько. Надо отсюда уходить. Вали, давай, давай, быстрее, давай, Леон, давай. Поднимайся куда-нибудь, давай, быстрее, быстрее. Давай, лезь сюда. Блин, сюда лезет, скотина. Ты эдакая. Блин. Блин.
Так, давай, иди сюда. О, хотя бы ТМП наконец-то есть. Патроны. Ну, теперь уж заживем, ладно. Не получилось мне взять, да. А, давайте лестница. Так, кто-то кусок у вас там еще? На всех хватит. Ой, блин, сука у вас там. Ай, блин, сука. Давайте сюда. Все получат, все получат, все получат, сказал бы. Хорошо, давай, то еще есть. Ах ты! Черт! Кто-то меня сзади бился. Ой, там еще напросит возить. Ой, сколько у вас. Так, нет, нет, использовать, используй. Так, ладно. Все по очереди, все по очереди. Всех награжу фирменным значком от Леона. Ой, только вот и... А, промазала. Так, ладно, разберемся с вами. По очереди, по очереди. Ах ты! Хотя бы голос не сня. О! Из нее тоже плага полезла. Что-то вас слишком много. Так, я знаю, что с тобой делать, в общем-то. Ну вот и все, кажется, закончились там, наверное. Так, теперь можно спокойно звать Эшли уж. Думаешь, все опасности уничтожены, которые могли бы навредить ей. Так, Эшли там где у нас? Там, наверное, там где-то бежит. Да конец, давай. Все пошли, Катя. Я уверен в этом, что... В общем-то, мы всех... Отдалили. Так, давай словимся. Молодца. Пошли, Катя. Путь открыт. В общем-то, можем отсюда уходить, наконец-то. Всех перебили. Кого могли. А, еще одна осталась-то. Ну, давай, шли, пошли. Одна осталась-то. Все, Эшли. Справились с этими гадинами. Стой. Так, ну можно теперь, да. Патроны пистолета вот что-то плохо. Много вот попадается у меня что-то странно. К остальным видам оружия намного меньше. Почему, интересно? Сейчас еще патроны пистолета будут. Ха, снова патроны пистолета. Да что ж это такое? И здесь патроны пистолета. Здесь пистолеты. Ну, патронов к ТМП что-то вообще нету. Не знаю. Ну что, заходим? Заходим, наконец-то. Фу, было сложно, но интересно, пацаны. На хардкор даже еще интереснее. Слава богу, мне все хотело. Так, ну ладно, надо будет сейчас сходить торговцу, сохраниться, думаю. Там, по-моему, есть даже сохранка. И на этом закончить эту серию. Продолжим, думаю, следующий.
В следующий раз, думаю, я завершим при этом проходить эту главу. Как мне кажется. Так, а здесь сохранения-то и нету. Где-то должно быть все-таки сохранение, я помню. Так, ТМП. Ладно, сначала торговцы поторгуемся немножко. Поторгуемся торговцы. Прикольно придумал, конечно. Голову морочить не надо. Точнее, голову напрягать не надо. Торговцы. Так, лекарства продавать я тебе не буду. Мне надо купить другое лекарство, если все, конечно, есть. Ну, конечно, оно у тебя у него есть. Так, 26 тысяч мы можем потратить больше ни на чего. Другого мне точно надо. Ракетница. А, мы скоро отправимся к этому-то. Надо ракетницы накопить. Для одного босса приберечь, которого нам скоро будет. Так что я тратить, наверное, на улучшение пока не буду. Который на пистолету. Даже сохранение где-нибудь, что ли, нет. Где-нибудь оно есть. Фу, отлично. Ну ладно, сохраняемся на этом месте. Заканчиваем эту серию. Так она длилась. Это, наверное, долго уже. Сколько у меня длилось примерно-то? Ну, 20 минут точно. Может, даже чуть побольше. На этом мы закончим. Продолжим следующий. Следующий уж точно. Уже завершим, наверное, главу 23. Полностью уберемся из замка. Надеюсь, в общем-то, на это. С вами был DarkSpace96, всем... Ой, замка, из этой деревни, точнее. Что-то я... Ещё на спойлер ещё. Всем удачи и до следующих прохождений. Пока.